Медведи-соседи. Солнце встало над долиной. Рад ему медведь Бриар. Продюсер Минкли. Брамбл шалостями занят. Он крадет у пчел нектар. Режиссер Леон Динг. Вот родимый лес уютный. Что же там опять за шум? Не теряет ни минуты этот вредный лесоруб. Кто бежит сперва за нами, тот останется с усами. Под водой и на земле мир прекрасен, как во сне. Приключения, развлечения. В дураках врага оставим, мы без всякого сомнения. Авторы сценария Бин Ву и Же Хоу. Ведь друзей полно вокруг. Брат-медведь, на ветке белка, даже вредный лесоруб. Брат-медведь, дружок наш белка, даже вредный лесоруб. Медведи-соседи. Ультраклассный камуфляж. Ёбуду, опять промазал. Ну, теперь-то я попаду. Что? Опять мимо. Мерзкие медведи. Друзья, столкнувшись в дикой природе с сильным противником, не спешите убегать, поджав хвост. Наденьте маскалад хамелеон. Он сделает вас невидимым для любого дикого зверя. Невидимым? Не медлите, наберите указанный номер сейчас и сделайте заказ. Невидимый, я смогу делать все, что захочу. Решено, я покупаю. Алло, могу я заказать у вас маскалад хамелеон? Конечно. Ваша посылка. Вот и мой плащичек. Мой маск-халатик-хамелеон. Самый лучший камуфляж. Я буду невидим. Медведи не заметят меня, даже если я буду стоять перед ними. Узнаем, работает ли эта штука. Никогда еще не чувствовал себя таким безнаказанным. Как же это приятно. Вдох. Выдох. Вдох. Брамбл, этот йогурт слишком сложен для медведей. Это йога, а не йогурт. Очень популярная зарядка, учит тебя расслабляться. Расслабляться? Да я с трудом стою на ногах. Найди точку равновесия. Падаю, падаю. А эта поза называется котелок, да? Тихо, слушай. Знакомый звук. Пора проучить этого лесоруба. Пойдем, проверим. Пойдем. Кто-то идет. Так шумят только медведи. Как раз вовремя. Пора проверить мой камуфляж. Странно. Никого нет. Но звук-то был отсюда. Точно? Очень странно. Смотри, и дерево почти спилено. Лесоруб где-то недалеко. Но где же он? Вот баланда, я перед тобой. Ты слышал этот смех? Но вокруг никого нет. Не мог же он улететь? Он же не птица. Чепуха. Ищи дальше, он где-то здесь. Давай посмотрим там. Точно. Я у тебя под носом, тупой медведь. Да, маскировка — это здорово. Эй,
Приятно работать в погожий денек. Наклонись и запрокинь ногу. Бриар, а мы можем не заниматься этим йогуртом? Сколько раз повторять, это называется йога. Она делает тебя ловким и гибким. Опять этот шум. Брамбл, ну же, это оттуда. Точно, но на этот раз лесоруб не скроется. Кажется, опять медведи. Пора надеть свой маск-халатик. Скорее, туда, ну же. Ну, быстрее. Ну все, он пожалеет, что попал в лес. Лес свежий. Он должен быть где-то здесь. Ну что, нравится вам моя игра? Мы должны найти его. Ты что толкаешься? Я? Больно же! Но это не я! Я не виноват! Ты что такой неуклюжий? Думаешь, если ты занимаешься йогуртом, ты мастер в равновесии? Последний раз повторяю тебе! Это йога! Ты в порядке? Как же больно! Зачем ты меня ударил? Это не я. Я ничего не делал. Но ты ж держал палку, а больше здесь никого нет. Я не уверен. Лесоруб где-то здесь. Давай поищем. Хватит! Ты меня ударил! Ты пожалеешь об этом! Тише, тише, это не я! Даже я не ожидал, что они подерутся! Это недопустимо, даже если ты мой брат! Остановись! Обидно же, правда? Клянусь, я ничего не делал! А кто тогда? Здесь только ты и я! Брамбл! Помнишь, как мы пришли сюда впервые? Конечно, мы пришли на шум, чтобы остановить лесоруба. То есть это лесоруб? Возможно, пойдем посмотрим, что он делает. Ты впервые доставил лес вовремя. Отличные бревна, ты превзошел сам себя, Вик. Спасибо, босс. И все благодаря моему маск-халату. Медведи меня так и не нашли. Представляете? Значит, лесоруб одурачил нас с помощью странного куска ткани. Дурачок, тише. Кинцола. Показалось. Вот негодяй, нужно что-то придумать. Это жужжание неспроста. Пчелы. Мед, точно, Брамбл, за мной. Подожди меня. Отлично. Лесоруб там. Брамбл, вперед. Как же здорово заниматься своим делом, своим любимым делом, когда тебе никто не мешает. Бриар, подожди. У этих медведей очень острый слух. А?
Где он? Там был. Видишь эту штуку с пчелами? Лесоруб под ней. Глупые медведи. Странно, здесь никого нет. Возможно, он убежал, когда мы пришли. Он совершенствуется в способах ускользания от нас. Это точно. Брамбл, помнишь, как ты тренировал мускулы? Давай попробуем на этом камне. Точно, давай. Сейчас как попробую. Смотри, какой я сильный. Пора немного перекусить. Точно. Пошли, братец. Хватит. Как же они мне надоели. Ну, погодите. Он бежит прямо сюда. Помогите. Да. Да. Мерзкие медведи. Ничего, это еще не конец. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2012 году.